Приветствую вас. Давайте аноним разберем ваш вопрос. Ситуация такая. Живу с молодым человеком уже достаточно давно. Ну, давно это сколько? Да? То есть давно это понятно, а сколько конкретно времени вы живете? Потому что время тут имеет значение. Сколько вы знакомы, то есть сколько в отношениях находитесь, по факту тоже важно. Важно, как вы, собственно, стали быть вместе, да, как вы познакомились, не в том плане, как именно обстояло ваше знакомство, а в том плане, что вас объединило, я объединяю до сих пор. Вот, как много у вас общих моментов, потому что то, что вы описываете, это такая достаточно, знаете, проблематика бытовая. Вот, то есть это чисто бытовая проблема, и она, бытовая проблема, появляется, как правило, в результате того, что человек, ну, достаточно мало имеет общего с своим партнером. Вот. То есть, как бы это вот, ну, может быть проблема. Вот. Хотя, конечно, и не всегда прямо уж, но может быть проблема. Может быть проблематика. Вот. Дальше идем. Иногда мне кажется, что он меня совершенно не любит. А вы его любите? То есть у вас, у вас идет в какой-то степени момент о том, что человек вас не любит. Но не совсем понятно, любите ли его вы. Вот. Если вы понимаете, да, что я имею в виду. Дальше. Ему не нравится, как я одеваюсь, что я делаю, что говорю, как выгляжу. Но не нравится это, надо сказать, не означает, что, что человек вас не любит. Как раз таки здесь, да, есть реакция. Вот, есть реакция, есть какая-то такая вот антипатия, безусловно. Да, есть какой-то такой вот негатив, но это ничего не значит. То есть этот негатив, негатив не значит, что вас именно не любят. Вот. Негатив, он скорее показывает неравнодушие. Вот. Да, конечно, неприятно, вне всякого сомнения, неприятно, это правда, но что именно не любит, я бы не сказал. Если бы ему было все равно, тогда да. А так я не думаю, что он вас именно не любит. То есть какие-то чувства есть, вопрос там какие.
Дальше. Вы, например, сегодня первый раз сел за швейную машинку, шила мамочку. Что такое мамочка? Ну, понятно, может, не идеально, может, даже неплохую. Ему снова не понравилось, видите ли, на ютубе какой-то девушки, другая модель, и та, другая, и та модель маски лучше. Но есть ощущение, что, ну, или у тебя какой-то негатив к вам. Вот, я не могу сказать однозначно, с чем это связано, потому что слишком, ну, мало информации вы предоставили о себе, да, вот, но, на мой взгляд, как бы, что-то вот молодой человек к вам имеет, то есть, ну, что-то вот, точнее, ну, что-то против вас, кто-то против вас, мужчина имеет, на мой взгляд, опять же. Вот. Вопрос, что? То есть это какое-то недовольство вами, да, и так далее. Но если это недовольство, хорошо. А как давно это недовольство? То есть, ну, как? Давно вы сталкиваетесь с ним, с тем, что вот мужчина вами недоволен, да? Вот, это, на мой взгляд, достаточно важная история. То есть вы, ну, вы описываете вот. То, что вы описываете сейчас, это, по факту, уже результат. Вот это результат. А это следствие. Первая причина, она, все же, скорее всего, в другом. Несколько. Вот. И, соответственно, надо бы поисследовать, в чем она эта это причина того, что человек вот стал к вам, ну, так относиться. Вот. Понимаете, да? Что я имею в виду? Дальше. Стали смотреть ткани по интернету, где можно купить подешевле, он увидел ткань для пледов, заявив, вот, надо плед шить, да, вот это я не хочу шить, я буду шить наволочки, полотенце, таблетки, если что, купим. Он мне, ну и наволочки, мы, если что, купим. Просто, по его мнению, если есть швейная машинка, я должна шить на ней все, вот, туда по возможности, я не должен, не хотелось бы. Разве он прав? Я не очень здесь понимаю, вот, какое вам дело до того, что прав, ну, прав ли человек или нет, то есть вот какое вам до этого дело, честно говоря. Потому что мужчины есть вот какие-то свои, ну, своя точка зрения. У вас есть своя точка зрения, и как бы, если вы не уверены в своей точке зрения, например, если вы сомневаетесь в своей точке зрения, например, это один момент, если вы не уверены в себе. Вот. Просто вы как бы, ну, путаете одно с другим, на мой взгляд. В чем вот собственно проблема? Вы путаете разные вещи здесь. Вы ответственность за свою неуверенность, за свою вот неуверенность в
себе. Вы перекладываете на человека. Вот. А это, ну, далеко не самый лучший расклад, я бы сказал. Потому что ничего хорошего из этого, ну, для вас не получится. Ничего хорошего из этого для вас не будет. Потому что молодой человек, он, скорее всего, вот как-то, ну, поддерживать вас, ну, не будет, скорее всего. Вот. Я так, по крайней мере, думаю, что он не будет этого делать. Вот. Вероятно, он чувствует, что вы в себе не уверены, и вот пытается как-то вас прессинговать. Вот. Но опять же, это то, что видится мне, да, я не уверен в этом, конечно. Уже. Вот. А дальше, правых виноватых нет. Вот, если есть конфликт, образно говоря, то конфликт есть у обоих, то есть вот у вас есть конфликт и у молодого человека вашего тоже есть конфликт, ну, то тоже есть проблема, и это нужно обязательно учитывать. Ну вот, если вы понимаете, конечно, что я имею в виду. Вот. Так что здесь вам желательно, наверное, как-то вот работать над своей уверенностью в себе, а не над тем, чтобы пытаться понять, кто прав, а кто нет. Да, не над тем, чтобы пытаться определить, чья правота, ну, больше, да, и так далее. Вот. Потому что таким образом, далеко, далеко вы не дойдете. Вот. На мой взгляд. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить, исходя из того, что вы, ну, написали. Вот, в целом, мне кажется, что вам нужно поработать над своей гармоничностью, вот, и более, может быть, скажем так, более последовательно выстраивать свои отношения с молодым человеком. Вот. Сейчас это выглядит очень сильно нервно, это сильно недовольство, то, что небольшое, крайне небольшое количество общего между вами, вот, что, собственно, и является, вероятно, проблемой. Вот. Ну и вы вот, если вы в себе не уверены, если вы в себе как-то вот сомневаетесь, то, конечно, ситуация будет складываться так, что вы
вас это будет беспокоить. Я имею в виду, что вы будете сомневаться в том, насколько вы нужны своему молодому человеку и так далее. Вот. В принципе, можно попробовать научить вас при желании бесконфликтным моделям общения, если вам этого хочется. Вот, любые отношения можно гармонизировать, но это нужно более подробно изучать. На этом все. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас.